Наш край представляет команда из 5 спортсменов. В основном это сочинцы. В этот раз организаторы решили не приглашать зрителей. Но, как признаются спортсмены, они этому только рады. Мы сейчас больше не смотрим, как бы там зал. Мы отрабатываем именно то, чтобы повысить квалификацию свою, понимаете? И как можно больше сделать для того, чтобы попасть в главную команду. В сборную. Соревнования продлятся 4 дня. Первый круг чемпионата России по кёрлингу на колясках станет последним тестовым соревнованием в ледяном кубе перед Паралимпийскими играми. Город отвечает за реализацию культурной программы на всех тестовых соревнованиях, церемонии открытия, закрытия, награждений, медицинское обеспечение. В обеспечении соревнований принимают участие городские волонтеры, тоже ответственность города. Ну, вся работа жилищно-коммунальных служб, транспортной системы – это все ответственность города, мы ее успешно реализуем. По результатам первого круга чемпионата России по кёрлингу на колясках окончательно определят состав сборной для участия в Паралимпиаде. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.